В этом видео рассмотрим, как сделать щит легионера. Я думаю, с ним проблем у вас не должно было получиться. Но давайте покажу, как есть вариант сделать его. Вот так он выглядит. Давайте откроем цилиндр. Переключимся на другую сферу. И сделаем Make Polymesh. В принципе, можно вот здесь вот пустоту сразу сделать. Вы уже знаете, где это, да? Вот Initialize. И когда вы еще Make Polymesh не сделали, здесь можно делать пустоту, там еще что-то. Но мы пойдем другим путем. Давайте сначала первым делом постоянно смотрите, как по оси она центрована, чтобы она стояла именно или по X вы работаете, или по Z. Включаете X симметрию и смотрите, где она находится. Симметрию мы нашли. Зайдем давайте в геометрии. Откроем Size. Мы здесь вот внизу. И теперь давайте поработаем немножко вот с верхним видом. Потому что щит таким не может быть. Надо его чуть-чуть вот так вот приплюснуть. И здесь вот так вот немножко тоже. Ну, в принципе, где-то вот такой вид нам подходит. Теперь заходим в саптулы и делаем вот этот дубликат. Ну, сначала давайте добавим дивайдов. Вот так, чтобы все это дело было. Посмотрим, опять же, по сетке. Сделаем DynaMesh сразу. Давайте сразу проверим, как он у нас будет резаться. Ну, вроде нормально. Так, и теперь делаем дубликат. Переключаемся на дубликат. Идем опять же в геометрии, на size, прибавляем дубликату высоту. И теперь включим прозрачность. Так, и с помощью MOV отключим симметрию. Вот так вот уведем. Так, все это сделано. Давайте теперь все это вычтем. Как и в прошлый раз. Делаем merge down. Окей. И просто вычитаем. Все, вот заготовка у нас получилась. Теперь ее нужно чуть-чуть привести в божеский вид. Включим теперь нашу текстуру, уменьшим ее, сделаем чуть-чуть прозрачней, и вот по ней сейчас будем корректировать наш щит. Делаем геометрии, вытягиваем еще побольше. Так. Ну и теперь давайте нажмем Z, отключим вот эту вот фишку и будем теперь резать. Резать будем вот это клипером. Вот так вот подгоняете и обрезка. И вот так вот. И теперь пройдем Trim Rect. Вот таким образом. Уберем картинку. Вот заготовка у нас уже получилась. Получилось по сетке, по обрезке и так далее. Делаем теперь в деформации. Так, Polish by Group.
Вот у нас уже все мягко. Давайте вот эту часть еще, наверное, уберем. И сделаем опять Polish by Group. Так вот. Ну а теперь самое интересное, это вот центральная часть. Как ее сделать? Это еще проще. Добавляем append, добавляем сферу. Переключаемся на нее. Опять же, в геометрии уменьшаем. Все уменьшаем. И с помощью MOV переводим на передний план. Вот так. Теперь включим опять картинку. Увеличим ее. Подгоним. Подключим Z. И теперь будем ловить сферу. Так, вот у нас выходит сфера. Вот так мы ее сделали. Она установлена. И теперь переключимся на щит. И теперь будем делать маскирование вот этой вот части. Подключаем картинку. Так, смотрим, что у нас тут что-то не очень, подровняем. Теперь делаем, заходим в маску, смотрим сбоку. Так. И еще добавляем. Все это можно теперь сразу чуть-чуть выгладить. Вот так все это будет. Ну и снимаем маску. Все, заготовка у нас готова. Теперь давайте поработаем с рисунком. Отключим сферу, она нам пока не нужна. Выровняем нашу модель. Теперь Shift Z включаем нашу картинку, текстуру. Z включает полностью ее регулировку. Так, вот так вот мы это все дело выравниваем. И давайте придадим ей вот так вот рисунок дадим. Теперь Z отключаем, переходим на раскрашивание, отключаем Z, если включен, и переходим на стандартную кисть, только RGB. И давайте посмотрим, рисует он, нет, рисует. Значит, надо так, это давайте добавим дивайдов, переключимся на другую сферу белую, и теперь давайте вот теперь порисуем. Смотрим, что не так. Вот такое у нас дело получилось. Вот вы видите, что еще вот эту часть или потом можно раскрасить, или можно убрать. Ну, давайте мы ее оставим, потом просто подкрасим. И вот у нас картинка. Теперь что мы делаем? Давайте, если нас так устраивает, так и оставим. Или зайдем в маску. Опять в маску. Находим маску. Маскинг. Жмем Mask B Color, Mask B Intensive. По прошлому видео вы это уже знаете, наверное. И отключаем кисточку. Теперь заходим в деформацию. И давайте попробуем сайзом. Снимем выделение. Вот у нас
Вот так вот все получилось. Допустим, вы хотите сделать ее выпуклой. Так. Смотрим, что у нас тут выходит. Переключимся на другую маску. Ну, в принципе, и ничего так, и нормально. Вот такое что-то у нас получается. Теперь снимаем маску. И давайте, наверное, еще вот это дело подкорректируем. В принципе, можно и оставить. Просто видите, как кайма идет. Ее можно потом просто доработать. Вот так все это выглядит. И теперь делаем merge down. Ну и еще немножко давайте порисуем. Вот так вот. Вот такой у нас щит получается. Там доведете, подработаете. Если кому нужна задняя часть, там смотрите, как все сделано. Стойки, вот это еще дополнения там всякие. Ну, в принципе, вот такой щит получается. Вот такая сетка у него. Полигруппы. Ну вот так он выглядит уже без раскраски. Вот. Все, всем пока, до свидания.